За традиционной солдатской кашей выстроилась очередь. Молодежь еле успевает раздавать тарелки с ароматной гречневой кашей. Желающих присоединиться к общей акции сотни. Помогала сегодня раздавать кашу. Чай наливали, все были очень приветливы, благодарили нас. Мы не успевали тарелками запасаться, бегали с точки на точку. Вот, и каша также быстро заканчивалась. Рассыпчатая гречневая каша сегодня не деликатес. У каждой хозяйки найдется. Но вот такая, в условиях развернутой полевой кухни, особенная, с ароматом прошлых военных лет. 11 месяцев мы были в оккупации. В 43-м году нас освободили. И вот в день этот, это для меня самый дорогой праздник. Чудесная каша, очень вкусная, очень такая. Такую бы, конечно, в то время попробовать, это вообще было бы супер. За пару часов 800 килограммов солдатской каши, привезенной на площадь, раздали анапчанам и гостям курорта. Ароматная традиция, по-прежнему одна из самых любимых, сопровождает главные праздники – День Победы и День освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков.